Приветствую вас, друзья мои. Это лосиху с двумя лосятами. Я заснял на фотоловушку ночью в непосредственной близости от нашего коттеджного поселка, буквально в метрах 200 от домов. Вдали виднеются фонарные столбы. Днем здесь ездят десятки машин мимо по трассе, а ночью, вот видите, оказывается, выходят дикие животные. Как всегда на своем канале я показываю видео, которые мне удалось сделать вблизи наших городов, поселков, в местах, там, где большинство из нас привыкли считать, что никаких диких животных нет, а они есть. Так что наслаждайтесь, друзья, этим видео, давайте посмотрим его в тишине еще раз.